Я не люблю гулять. И если я вдруг кому-то написала «давай погуляем», я имею в виду «давай на такси доедем до шашлычки». Да, особенно мне не нравится гулять летом. И вот мне летом написал парень, который мне сильно нравится, типа «Карин, любишь гулять?» Я написала «да, особенно летом». Ну, знаете, вот это состояние, когда тебе парень нравится, такая, ну, пока так скажу. Мы когда с ним шли 7-й километр, я думаю, да мне можно замуж, я нагулялась. Да, я не знаю, нормально врать в отношениях или нет. Я подняла этот вопрос с друзьями, там была супружеская пара. Естественно, жена говорит, никогда нельзя врать. Ее муж говорит, иногда можно и приврать. И она ему говорит, Ашот? Он говорит, я, кстати, не Ашот.